Глава Коми поздравил работников культуры с их профессиональным праздником. Он рассказал о том, что регион проводит большую и многоплановую работу по развитию инфраструктуры отрасли культуры. Одно из направлений этой работы – федеральный проект «Местный дом культуры». Он реализуется с 2017 года по инициативе партии «Единая Россия» и Министерства культуры России. В этом году республика в рамках проекта привлекла из федерального бюджета 9 миллионов 600 тысяч рублей. Еще 3 миллиона 700 тысяч выделила сама Коми. Средства мы направим на модернизацию 20 учреждений культуры. Это Воркута, Печора, Ижимский, Кайгородский, Карткировский, Княжпогодский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысерский, Троицко-Печорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский и Усть-Илимские районы. Для местных домов культуры в этих муниципалитетах планируется приобрести световое, звуковое, видеооборудование, мебель, музыкальные инструменты и офисную технику. Модернизировано уже 2/3 клубов, а за 7 лет на эти цели из федерального бюджета было привлечено более 90 миллионов рублей. Еще 72 миллиона выделила республика.